Это видео снято сегодня утром на проспекте Фрунзе. На нем неудачный вираж машины отечественной марки. Старенькие «Жигули», видимо, на большой скорости завалились на бок и врезались в столб. Попутно автомобиль снес несколько пролетов дорожного ограждения. На месте работали сотрудники ГИБДД. Сейчас они устанавливают причины аварии. Информация о пострадавших также уточняется.